Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Статистика показывает, что продолжительность жизни человека в России неумолимо уменьшается, а количество хронических заболеваний неуклонно растет. Как остановить боль? Как начать новую жизнь без болезней? Именно этому посвящена рубрика «Здоровье», которая успешно стартовала на телеканале «Шоп-н-шоу» ровно месяц назад. И каждый раз мы вам доказываем, что сегодня вместе с нами можно начать новую жизнь, чтобы выбрать для себя новые пути решения, обратиться к своим личным докторам и начать свою новую жизнь без боли. С вами в студии ваш эксперт с 20-летним стажем, Василий Репин, который делится секретами новой жизни без боли. И великолепная, очаровательная Елена Шептунова. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуй, Елена. Здравствуйте, Василий. Мне очень радостно, что сегодня вновь в нашем эфире Дарсонваль. Этот уникальный прибор, который помог уже мне, помог многим нашим гостям, которых вы сегодня увидите в студии. И мы сегодня разбираемся, как с помощью этого доктора в домашних условиях забыть о хронических заболеваниях. Доктор Дарсонваль приезжает к вам с 4 насадками, приезжает к вам еще и с таким набором для вен, для суставов, для пышности ваших волос и для молодости вашего лица. Я хочу, Василий, спросить в первую очередь, когда мы применяем Дарсонваль и кому назначаем? Великолепный вопрос, Лена, с удовольствием отвечаю. На самом деле более 70 заболеваний подвластны токам Дарсонваля. Итак, это стоматология, гингивит, стоматит и пародонтоз. Это заболевания кровеносных сосудов, варикозное расширение вен, трофические язвы, флебиты, болезнь Рено. Это еще невриты, невралгии, неврастения, остеохондроз позвоночника. Это головные боли, мигрени, бессонница. Также это экзема. Это дерматит, то есть заболевания кожи. Это воспалительные гнойные процессы, фурункулы, гематомы, послеоперационные коллоидные рубцы. Это тонзиллит, фарингит, ангина, отит, иринит. Это синусит, то есть когда у нас в лобной доле не все в порядке. Это гинекология. У женщин и у мужчин это заболевания мышц и суставов. Миозит, миалгия, артрит и бурсит. Множество заболеваний. На самом деле аппарат один, который показан при всех этих заболеваниях, в том числе при выпадении волос, при сибореи, при геморрое, возрастное недержание мочи, расстройство репродуктивной функции. Вот эти и многие заболевания, 70, конечно, не назвал, но назвал очень много. Но вот с помощью Дарсонваля действительно происходят вот такие процессы. Более 70 заболеваний, но сегодня мы говорим «стоп» нашему развитию хронических заболеваний. Мы сегодня говорим «стоп» наших болей, потому что выбираем для себя Дарсонваль Жизотон. Это эксклюзивная поставка специально для нашего эфира, поэтому дозванивайтесь прямо сейчас, и ваш личный доктор Дарсонваль приедет к вам с бесплатной доставкой. Я хочу спросить, за счет чего мы получаем оздоровление своего организма? На самом деле все очень просто. За счет токов высокой и частоты, посмотрите, как это происходит, идет воздействие на кожу токами высокой частоты. То есть кожа, образуется озон на коже, микрокоронарный разряд, который дает всплеск озона, который убивает вредные бактерии. Раскрываются кожные поры, и дальше уже идет воздействие на подкожные ткани, улучшается общее состояние организма, идет улучшение. Восстанавливается венозный тонус. Это важно сделать для того, чтобы улучшить кровоток. И также, конечно, ослабление болевых ощущений. Вот именно за счет токов высокой частоты и самое главное, малого напряжения происходит вот это чудо, основанное на научных знаниях. Вот, восстановите свое здоровье. Одним бесплатным телефонным звонком решите проблемы с вашими суставами, болями, венами. Сколько проблем сегодня решает один доктор Дарсонваль? Это полный уход. И только сегодня вы получаете и бесплатную доставку, и дополнительно 5 косметических средств в наборе. Это крем для суставов, для вен, для пышности ваших волос и для красоты и молодости вашего лица. Звонки бесплатные со всей России. Помогите своему организму восстановить свое здоровье. Слушай, красивое очень название Дарсонваль. Дарсонваль. А как переводится звучное, это слово? Да. Мягкое на конце. Да. На самом деле перевода никакого нет. Все дело в том, что в конце 19 века французский физиолог, физик и врач Жак Арсен Дарсонваль, это его фамилия,
открыл, что токи высокой частоты, помогают, оказывают очень хороший лечебный эффект на наш с вами организм. Вот именно в конце 19 века, напомню, фамилия этого врача, он почетный член Французской академии наук. В честь его назван прибор по его фамилии Дарсонваль. Очень красиво и, самое главное, великолепный и потрясающий эффект. Вот сегодня у нас в студии гость, не случайно, Нина, которая поделится на самом деле своей бедой. Что случилось по несколько месяцев назад? Как она пришла к Дарсонвалю? Что у нее было до, какие боли она испытывала и что стало после? Вам слово, слушаем вас. Да, с коленными суставами у меня началась проблема, очень даже большая и серьезная. С коленными суставами? Да. Колени так болели, что я ночью не могла уснуть, тяжести я не могла поднять, по ступенькам мне тоже стало трудно ходить. Но вот еще что, с Дарсонвалем я познакомилась уже давненько, когда ездила в санаторий, и мне там назначили 10 процедур. Так. Хотя я сделала 5, и мне уже облегчило это. Вот прям сразу как-то я почувствовала. В санатории проходили первые процедуры дарсонвализации, да, которые назначил врач. Да, и после 5 процедур я почувствовала уже облегчение. Потом я его, когда приобрела, это вообще стал мой наш семейный доктор. Ну так и есть многие, на самом деле. Многие проблемы мы стали решать вот уже у себя за дома. За счет того, что сейчас происходит микрокоронарный разряд, посмотрите на коже. Он идет, действует не только на кожу, но еще он и действует на сустав, то есть на надкостницу и затем на кость. Вот сейчас видно, заметно последствия, скорее всего, это у вас был артрит, то есть это воспаление суставной сумки, то есть было покраснение сустава. Были ночные боли, вы очень хорошо сказали, что вы избавились от этих болей. Именно делают эти токи высокой частоты и низкого напряжения. Угу. Токи Дарсонваля справляются с заболеванием таким, как артрит. Перво-наперво вы избавляетесь от боли. Вот именно это свечение, какое оно красное, оно как огонек бежит к нашим суставам, бежит именно в то место, где нужна нам помощь, где нужна нам забота о нашем здоровье. И сегодня великолепная Нина, это мамочка нашей всеми любимой Ольги Мокшиной, делится своими рассказами и историями. Это здорово, что сегодня вы пришли к нам, Нина, и поделились своей историей. Красота потрясающая. А вот мне очень нравится, что вы не просто красивая женщина, но еще и заботитесь о своем здоровье. Вот так вот, с помощью этого разряда мы получаем с вами потрясающее прикосновение к нашему телу. Оно ощущается приятное такое и, конечно, оздоравливает наше здоровье.